Тьмы уже не те, у меня иммунитет к твоей красоте. Если хочешь позвонить, я на луне. Передам потом привет, дело не в тебе. Сори, я как один, ищу принцессу и надеюсь, мне поможет джин. Она излечит мое сердце лучше медицины. До того не даст уснуть ночью кофеин. Всем большой привет, вы на канале Фламинго, и сегодня разберем с вами песню «Sorry, мы уже не те». Кто-то из вас очень просил ее разобрать. Чувак, этот разбор special for you. Погнали, бум! Будем разбирать самую легкую тональность, в которой не будет аккордов с баре. Если вы хотите сыграть в оригинальной тональности, то поставьте каподастр на первый лад и играйте то же самое, что показываю я. Я, пожалуй, буду разбирать без него, вдруг у кого-то его нет, и так будет понятнее. Аккорды, которые нам нужны, это аккорд АМ, вторая струна на первом ладу, третья и четвертая на втором, аккорд С, вторая струна на первом ладу, четвертая на втором, пятая на третьем, аккорд ЕМ, четвертая и пятая струна на втором ладу, и последним аккордом будет аккорд G, шестая и первая струна зажата у нас на третьем ладу, а пятая на втором. Выигрывать аккорды будем вот таким вот перебором. АМ и играем пятую, потом вторую, третью вместе, делаем щелчок, то есть бьем большим пальцем по пятой струне, после чего цепляем пятую, вторую, третью вместе и снова делаем щелчок. Дальше у нас пойдет аккорд С, повторяем все то же самое. С аккордом ЕМ мы будем задевать не пятую, а шестую струну, а в остальном все остается так же. И с аккордом G тоже задеваем шестую. Давайте соединим. Теперь со словами. Sorry, мы уже не те, у меня иммунитет твоей красоте. Если хочешь позвонить, я на луне. Передам потом привет, дело не в тебе. Sorry, я как один, ищу принцессу и надеюсь, мне поможет джин. Она излечит мое сердце лучше медицины. До того не дашь уснуть ночью кофеин. Вроде все показала, все объяснила, надеюсь, у вас получилось сыграть. Пишите в комментах, да или нет, и вообще кидайте какие-то варианты для следующих разборов. Всем спасибо за просмотр, я всех люблю, всех обнимаю, пока-пока!